Если же после зимы на газонах должна появляться трава, то у нас же на газонах красуются автомобили. А такая парковка чревата последствиями. Члены административной комиссии борются со злостными нарушителями. Сначала мы выезжаем. Бывает, это будет какое-то, может быть, заявление жителей, может быть, обращение управляющей компании. Либо мы, может, это сами увидели нарушение. Соответственно, мы выезжаем, производим фотофиксацию. После фотофиксации заполняется сообщение человека, который это выявил. И по выявленным данным транспортного средства, по госномерам, мы делаем запрос к ГИБДД. Нам ГИБДД передает данные на собственника данного транспортного средства. И мы уже, соответственно, вызываем собственника транспортного средства в административную комиссию, в администрацию города, где разъясняем, какое нарушение было зафиксировано в отношении данного транспортного средства и чем это чревато. Таких машин в нашем городе, к сожалению, много. За один рейд административная комиссия набирает большое количество нарушителей. Уже снег сошел, весна началась, началось активный этот грунт намок. И те, кто нарушают, заезжают на грунт, они повреждают его. Вот. Сейчас целью все будет исключить, чтобы сохранить до весны, до лета вот этот плодородный слой, который потом даст зелень активно нам. Мы выехали вот это активно, начали привлекать граждан. И вот хотим проинформировать, давайте уже все, зима закончилась, не будем ставить на землю, на грунт, на открытый, на газоны, что все, сезон начался, мы начинаем выявлять, привлекать, и, соответственно, будет работа вестись в этом объеме уже целенаправленно. Сообщить о правонарушении может каждый. Для этого нужно сделать фотофиксацию, где должно быть видно расположение автомобиля с госномерами на газоне или иной озелененной территории. Заполнить сообщение об обнаружении правонарушения, указав в нем дату, время, место, а также модель сотового телефона или фотоаппарата, и направить на электронный адрес, который указан на ваших экранах. Либо по почте, город Салават, улица Дзержинского, 4. Бланк сообщения размещен на сайте администрации города. По вашему обращению членами административной комиссии будет организован рейд. Давайте дружно избавим наш город от автохамов. Лилия Шиниязова, Рустем Гайнанов, телекомпания «Салават».